Что это? Что это за место? Что это за здание? Что это за фильм? Что это значит? Что это значит для тебя? Что означает это слово? Что это было? Что с тобой? Что случилось? Что происходит? Что произошло? Что произошло потом? Что ты предлагаешь? Что думаешь? Что ты думаешь об этом? Что ты думаешь о новом фильме? Что ты думаешь о своих коллегах? Что ты знаешь об этом? Что ты знаешь об этом человеке? Что ты знаешь о культуре этой страны? Что ты знаешь о нем? Что ты слышал об этом? Что ты хочешь? Что ты хочешь сказать? Что ты хочешь этим сказать? Что ты хочешь знать? Что ты хочешь купить? Что ты делаешь? Что ты ищешь? Что тебе нужно? Что тебе нужно сделать? Что тебе нужно знать? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно, чтобы начать работу?
Что ты чувствуешь сейчас? Что ты должен сделать? Что ты здесь делаешь? Что ты заметил? Что ты слушаешь? Что ты предпочитаешь? Что ты говоришь? Что ты сказал? Что у тебя есть? Что ты можешь мне посоветовать? Что ты советуешь мне сделать в этой ситуации? Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать сегодня? Что ты собираешься делать на выходные? Что ты будешь делать завтра? Что ты будешь делать на выходных? Что тебя вдохновляет? Что тебе нравится? Что тебе не нравится? Что тебе нравится в твоей работе? Что тебе нравится в людях? Что тебе нравится больше? Книги или фильмы? Что ты любишь делать в свободное время? Что ты ел на завтрак? Что ты обычно ешь на обед? Что ты обычно делаешь после работы? Что ты планируешь делать сегодня? Что ты считаешь своим главным достижением? Что ты можешь мне порекомендовать? Что ты обычно покупаешь в магазине? Что ты предпочитаешь, кофе или чай? Что для тебя значит любовь?
Что для тебя значит счастье? Что бы ты хотел изменить в своей внешности? Что бы ты хотел изменить в мире? Что ты любишь читать? Что ты делаешь, чтобы оставаться в форме? Что ты делаешь, когда чувствуешь себя одиноко? Что ты обычно готовишь на обед? Что ты обычно смотришь по телевизору?